Должно быть. А, бля, я же... Я привык, я уже в РС долблюсь. Думаю, это что за дела? Почему 81 левел нужен? Я не понял. Так, ну и каски. Да господи, тут трешак залить, а босса вообще, ну, может без них этот инст вообще приходится без дис. Мах, поставь, пожалуйста, этот столик, если ты тут. Будь брата. А в Наксе что? По-моему. Не, имею в виду, она. Накс сейчас никто когда десятку ставить не будет. Типа, ну, испугов просто так. Сначала КД. Если мы его вызовем, то по-любому все надо убегать. Мы не настолько жирные, чтобы его пережить. Где Эрдруг, кстати, да? Что про дис писал? Он стоит, да, но типа он там что писал про дис, что не может зайти, типа надо в свой в аккаунт, а может аккаунт создает. Хер пойми. Идет. Ну, в дис не знаю, а сюда, да. Что ему тупо хилить, типа, лоб? Да. Мы их зальем, у них 200 хп. Кучу держим, мы их зальем, блядь, как чертей, просто сразу все в квадрат, потом в трусы и все, 200 хп. Ну, ты зря это сделал, думаю. Он убивается быстро, просто подбегает, 20 секунд подождали, а так. Отбегайте. Надал мастер.
Ну да. 20 секунд. Хэпал, может, если выкачать. А я не знаю, куда его нет второго. Его нет, да нет. Я как ходил на X2, на X3 он был. Сейчас его на X4 почему-то нет. В лужи не заходим и все. Отведи его и разверни морду куда-то. Самый сложный это лотхип и всадники, я их не прошел. Ну типа там там милики меняются, короче. Но если тактики не знать, то это инстинкт проходимый, сразу говорю. Если вы тактику не знаете, то ну, лучше, ну можно не идти так. Лоскутика убить разве что и все. А и получить квартал закрыть. Не бьет лужа, да? Оф. Что вы делаете? Зачем вы его покрутили? Да. Самый топовый связка это я шам хэпал. Друг только для, ну, в 25-ках заебись. Именно в 25-ках. Десятка. Непрофитная вообще. Есть. Так лучше вместе их держите, мы так их быстрее зерганем, ребят. Раз не сбивается. Нет. Ну да. Кас, ты можешь сбить покаянием, опять же. Если захочешь. Думаю, должен. А, покаянием можно сбить. Ну покаянием он контролит, значит сбивается Кас тоже. Давай попробуем сейчас. Ну, я не знаю точно. Но он не успел. Да, не успел.
Поставь рядом, вор. Там просто сразу агрятся мобы, а потом дракон. Их можно сагрить и просто убежать дракона и сагрить. Там. Ну я знаю, если ДПС не хватает, то в портал заходить надо. Блять, сори, случайно. За ней. Да. Он, видишь, как похилился. У вора вкачан обет молчания. На X2 этот каст сбивался через обычный слэм. Ну, сбивание каста. Зачем тебе хвост? Не знаю, под кузом сюда перебегал, не станил. Третьим он стоит неуязвимый. Он ролла есть, пишет? Сагрить от этого придет же. Надо быстро сагрить. Есть, у них сосудительница огня одна. Да, давайте ее убьем, куда ты ее отводишь? Ну теперь ее никто не бьет. Сбила, да, походу? Походу, да, наверное, по крайней мере. Кто, зачем? Зачем? На. Шел. Так, все, хва, куда ты? Они сагрятся, от чего он сагрит?
А, ну тогда. Так, не сидим сюда. Ты определи, кого сейчас добиваем, босса или мобов? Я думаю, мобов. Эту. Он без диса. То, если портал сейчас он неуязвимый, то как только станет. Когда просто портал появится, не заходите туда. Во, заходим. Или моб там. Он сейчас тут сдох. Он сейчас король сдохнул. Даже через бабл пробивает. Там тоже одна, только не отводи ее, в куче держи. А это все нормально будет, вон, ДПС хватает, в куче он, они всю эту держит. Потому что этот из-за них. Капитан. Или как его? Ну и вот, ты боялся. А, ну бери ауру коня. Ну серьезно. После чуть подводишь и мордой налево. И как раз будет это. Ну сейчас его агришь и сразу налево разворотим. Ну, направо, налево. Если вы не можете уже добежать, прыгайте, прям волну у вас не откинет. Только именно в волну прыгнуть надо.
Я распугал поехал. Разворачивай. Геру. Я паладин, у меня фетиш колба, не все равно. Я на X2 был. Ну, на X3 я тоже играл, но не на паладине, а на миле. Пан, подведи под босса элементарно. Скажи пан. Шаман. Хил. Его просто стеной задевает, и он почему туда вот. Он, смотри, он забивает хрен, его. Оп. Сдуло. Нет, не особо поможет. Просто ДПС теряешь и вызываешь эти элементарные дополнительные сила, попадаешь. А нас он холит. Думаю, почему надо купить ДПС конский? Он еще может инхоли до катан, может быть. Обожаю инхоли катан. А ты лут поставил? Вас 96 выкинул. Повазу, давай, да. 96. Паладин, друид. Ты выиграл. То, а, все. То что на шамана даже сказал были. Или вару можно дать для набора.
Возле метистовой крепости, как заходишь к ней направо, там стоит на пьедестале такой эльф. Может, у тебя на Саргатиона ты уже выполнил весь квест? Это честь для меня. А, ну так, ну все, значит... Ну, за... это Виклик, его раз в неделю можно делать. Не удаляй его, ему мало ли, мы уже будем нападать на одну брикану, лучше на Саратиона сделаем. Одно дело ос, ты забыл про ос, а второе дело КД кому-то вешать. Просто так. Самый сложный профы прокачать. Особенно мне, блять, это пиздец. Три кузнечных, три профы с рудой связаны, это жесть. Еще четвертая, блять, это. Портня. Ну, портня самый язычный. Да сумоните или самому как-то пытаться долетать? Это я аж в шатрате. Да, я типа плюнул типа на эту руду, лучше на аукционе буду покупать, потому что это жесть какая-то. Типа я руду выкачал на... Сколько мне сейчас? Это руда. На 116, типа меди вообще нет. То есть я даже в 4 часа утра заходил, типа, по фарме там в этом, в Баренце, где Шигл, пофармить эту туру меди, и тупо нету. Ну просто нету, и бегают вот так вот, просто человек 10. Вы сумоните? Кто, шаман?
танчник, кто будет второй танк? Там трэш и этот. Ну я типа могу выйти. Мне типа не особо оно надо, если что. То есть, ребята, если кому-то слот нужен, я сюда, пожалуйста, отдам. Ну берите, идите, я чё, я говорю, я сюда готов слот. У меня 198, мне вообще РЛК надо фармить, а мне АД сейчас особо не надо. Да, я сейчас типа, если чё, РЛК побегать, то есть, мне сразу сейчас проф и РЛК качать. Я и могу, если что, и сам судить, хотя у нас завтра КД, короче, всё равно. Мне тогда пока АФКшно. Там суммоните, да? Да, символы поставить.
пути. Что делать? Выбирайте. Но все пути ведут к боли и смерти. Там один паук выйдет. Пулы обычно, с пула обычно дают. Нет.
все будет кончено. Скоро все будет Геру с пула отдал кто-то. По сути, он дальше просто заливается и все. Вы то его зальете уже. Один здесь. О, сейчас могу немного поговорить. Говорю. Протеус. Но второй танк. Какой шам именно? У Эдуара, кстати, на Сирусе, по-моему, вообще нигде не было. Ни на каком из серверов. Его вот только должны открыть. А нам куда, в чумной? Сейчас надо подождать.
Я вообще на YouTube зашел посмотреть видео, что тут тактики, не тактики какие, и я ничего не понял вообще. Это я сагрил. Одна. Но у меня 27 всего хп. Кто-то привел. Да, кинжальчик. А, он сюда не идет даже. Кстати, с него эти плечи латные танковые нормальные падают. Получше моих. Угу. На тебе бдилку еще. И он тогда, короче, будет по мне лупить, да? Что-то он прям сильно пахнул по мне. Но я сейчас встану, добегу еще. А,
А, бой же идет. Я багаю просто, мне не хочу поебалу получить. Бана хилить не обязательно. Слышите меня? Так как хотите. И если осилите без меня. Лужи, да. Так и правильно, у кого больше хп. У меня хп половина, по мне не придет. Не знаю по кому, должен паузу давать по-любому. У него 22 косаря хп. Куда? 10 секунд осталось. Берсуек все. Окей. Да он меня что-то вообще прям мгновенно убил. Надо, кстати, глянуть, чем он меня завалил-то. Там же будет информация. Ну вот, удар ненависти. Короче, три тычки было. Одна 11500, другая 11600 и другая 12100. Причем тут, судя по времени, вообще прям миллисекунда, он сразу 3 тычки дал и все. Короче, у него на 500% вырастет урон при берсерке. На 25% это бешенство у него, а вот берсерк, который написан на 500%. Все завалили?